Бизнесмен из Германии построит в Актобе завод по восстановлению и реставрации грузовых автомобильных шин. Немецкий инвестор в реализацию проекта намерен вложить 800 миллионов тенге. Ожидается, что предприятие заработает уже в конце года. Его запуск позволит создать новые рабочие места. Инвестор обещает обеспечить область импортозамещаемой продукции, поскольку 80% лаков и красок сегодня заводится из других стран. Отмечу, капсулы двух крупных производственных объектов заложили в индустриальной зоне Актобе, где реализуются 12 проектов стоимостью 72 миллиарда тенге. С их запуском будет создано 1700 новых рабочих мест, 120 из которых будут задействованы в работе ультрасовременного транспортно-логистического центра. Договоренность о реализации данного проекта достигнута в рамках межрегиональной кооперации между Актюбинской и Алматинской областями. Данный центр находится на республиканской трассе, плюс есть возможность получения товара контейнерами, получения товара железнодорожным транспортом. Земля дается в аренду с последующей возможностью выкупа после строительства. Для бизнеса это очень большая помощь. Предоставлены все условия для нас. Электроэнергия, канализация, отопление, вода. То есть это полностью со стороны индустриальной зоны, что нам, конечно же, облегчило проект строительства данного склада.